Приветствую вас, с вами Наталья. Я сейчас нахожусь на даче и сегодня я буду заниматься томатами. Перед вами большой выбор семян, которые я получила совсем недавно из агромаркет. Так как сейчас уже почти конец апреля, то вырастить большую крепкую рассаду уже не удастся, но все-таки я хочу посеять эти семена и вырастить урожай уже в этом году. Очень мне хочется вырастить такие томатики, как розовый фламинго, перцевидный, воловье сердце розовое, томаты пузата хата, томаты французский гроздевой, засолочный деликатес, сан марцана, цилиндр розовый, король гигантов, фитофторостойкий, банан красный, груша розовая, дебарао царский розовый, трюфель розовый, посмотрите, какие сорта интересные. Сливка гигант, малиновый звон, дамские пальчики, золотой орех, замечательный томат для засолки. Забава, воловье сердце красное. Хочу посеять по 2-3 кустика. Мне этого будет достаточно, чтобы вырастить такие замечательные сорта. Попробовать, какие они на вкус. Сеять я буду семена двумя способами. Часть семян я посею на рассаду, а часть семян я посею непосредственно в открытый грунт. Эксперимент — это всегда хорошо, если вам интересно, оставайтесь со мной. Для посева семян в открытый грунт я решила использовать вот этот участок. Здесь у меня уже установлены вот такие опоры для высокорослых томатов, поэтому я считаю, что этот участок самый подходящий для помидор. Погода нас сегодня не очень радует. Холодно, ветрено. Но работы много, поэтому будем трудиться в любую погоду. Я специально сделала вот такие глубокие борозды. По мере того, как томаты будут подрастать, я буду их окучивать. В каждую посадочную лунку я буду добавлять куриный помет, перепревший с опилками, и древесную золу. Добавляем в небольшом количестве. По мере того, как томаты будут подрастать, я буду дополнительно делать удобрения. Золу я всегда стараюсь добавлять только древесную, экологически чистую. Все тщательно перемешиваем с землей непосредственно в лунке. Подготовленные лунки тщательно проливаю теплой водой с добавлением трихофита и фитоспорина. Как только влага впиталась, приступаем к посеву семян. В каждую лунку я добавляю 2-3 семечка. Зависит это от того, насколько я богата семенами данного сорта. Но 2 семечка обязательно, потому что какое-то из них может не взойти. После того, как я посеяла семена, я прикрываю их легким грунтом. Для этого я использую вот такой покупной грунт с добавлением кокосового субстрата. Присыпаем грунтом. И слегка придавливаем. Слой должен быть примерно 1 сантиметр. После этого прикрываем наши посеянные семена обыкновенной пластиковой бутылкой со срезанным дном. Такая пластиковая бутылка послужит своеобразной тепличкой, временной тепличкой для подрастающих сеянцев. Прикрываем нашу бутылочку, чтобы ветром ее не унесло. Таким образом мы будем сеять все семена. Не позволила погода закончить все за один день, пришлось и на следующий день потрудиться. Но все закончила. Посадила все семена всех сортов высокорослых томатов. Но посадила не под бутылки, а посадила вот под такие стаканы. Сделала вот такие отверстия, чтобы воздух поступал.
и посадила под большие стаканы, 400-граммовые стаканы. А под бутылки я посадила рассаду. У меня есть вот такая небольшая рассада. Пока еще ночами бывает холодно, поэтому под бутылочкой им будет хорошо. Посадила всего 8 штук, немного. Вот таким образом закончила я работу. Шашлык, музыка, деревья в цвету, отличная погода. Что может быть лучше в этот апрельский вечер? С вами была Наталья. До скорых встреч!